Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Лиза. Это постапокалиптическая игрушка, я не знаю даже в каком жанре, но очень многие люди сравнивают ее с Hotline Miami. Наверное, тот, кто играл в Hotline Miami, сразу поймет, что игра должна быть неплохая, если проводят такие параллели. Я, в принципе, немножечко уже в нее поиграл и скажу, начало достаточно бодрое и очень даже правдоподобное, ну то есть жизненное. Поехали. Напишите свое мнение, что вы думаете про эту игру. Мне очень интересно. Воришка. Перестань. Оставь его в покое. Замолкни, Брэд. Он украл у нас мяч. Это я его украл. Рик, ничего не делал. Что? Ах ты, сучонок. Кому-то дико досталось. Идиоты. Пошли, пацаны. Да уж. Тут пипец. Отлупили двух пацанчиков. Другие два вообще стоят под кольцом баскетбольным. Типа ничего такого. Спасибо, Брэд. Прости, не обязательно было меня прикрывать. Ничего нового нам говорить не хотят, да, значит. Не смотрите на то, что в игре пиксельная графика. Вы сейчас сами поймете, что эта игра может и без графики уйти очень далеко. А, Брэдли, когда ты уже начнешь учиться, мальчик? Да вот непонятно. Но мальчик такой достаточно полный. То есть пузо у него вон вылезает. Из-под рубашки, которую мы порвали. Как тузик грелку. Дико-дико порвали. Видать, ему, наверное, не очень-то приятно. Так, похоже, это... Это дом Брэдли, да? Опа. Олов. Он идеален. Что? Какой Олов? О чем речь вообще? Не понял. Ну ладно, пойдем тогда в дом. Вот опять. Мой сын пришел в мой дом. Побитый до усрачки. Новой рубашки не дождешься. Бесполезный гаденыш. Иди к себе в комнату. Сейчас же. Да, лучше этого мужика не злить. Заперто, как обычно. Это что, младенец, что ли? Да не похоже, нет, тут срач такой. Дичайший просто. Да, ну и берлога. Вы приняли радость. Что за черт? О. Все хорошо, малыш. Боже ты мой. Прости. Прости, милый. Прости, прости, прости. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Вот так. Хороший малыш. Пойдем, дружок. Давай отнесем тебя в безопасное место.
Че это такое вообще? Че происходит? Ну, как я понял, это Брэдли, да? Только уже повзрослевший значительно. Одет он в пончо, в какой-то пустыне. Что-то совершенно непонятное происходит. Оу. Брэд? Что это? Матерь Божья. Это что, ребенок? Ага. О, ребенок? Ты где его достал? Не знаю. Просто нашел его на земле. Ёлки-палки. Чуваки, стойте. Знаете, что это значит? Это значит, что где-то есть девушка. Ого. Значит, у человечества есть надежда. Ого-го. Спорим, она суперсексуальная. Сто пудов. Ребята, это серьезно. Это мальчик или девочка? Я не проверял. Девочка. Ничего себе. Надо кому-нибудь сказать. Рандо. Если бы мы с ребенком пришли к нему, мы бы обеспечили себя по гроб жизни. Всей едой и крутыми фишками, какие бы только пожелали. Дурь, чувак. А что, неплохая мысль? Армия Рандо была бы лучше вооружена для такого дела. Нет. Никто не должен знать, что у меня есть она. Это она сейчас такая малышка, но ты и глазом не моргнешь, как она станет женщиной. Ты бы у нее... Там бы у нее не было единого шанса. Брэд, это же безумие. Ты что, всю жизнь собрался ее прятать? Ты хоть знаешь, что будет, если кто-нибудь об этом прознает? Мне все равно. Я оставлю ее у себя. Брэд. И меня не волнует, будете вы мне помогать или нет. Я не собираюсь от нее отказываться. Это мой второй шанс. Господи, Брэд. Не бойся, малышка. Я не дам тебя в обиду. Нормально так. Безумная завязочка, но интересная, да. Ну, даже очень, я бы сказал. Не хочет он принимать, да, пилюлю? А-а-а. Это они, значит, собираются какой-то порт поурыть, чтобы прятать там ребенка. Да, и у них получается. Ага, вот ребенок вырос. Он попытался в завязку уйти, да, от этой дури, которую жрал. И вот он придумал радикальное решение. Маску я одел, и вот так вот. Типа, погулять вышли.
Все такой же старый, все по-прежнему видит своего отца, да? Он запойнул алкаша такого. И снова эти пилюли. Эй, да, ты. Эта дикая животина никак от меня не отстанет. Я бы сам ее убил, но потянул пах, пока лез на дерево. Подашь мне руку, ладно? Так, это нормально вообще? Ну ладно. Стиль Армстронга? Бред какой-то. Навыки? Навыков нету. Защита невыгодна. Вещи. Радость. Этот наркотик заставляет вас ничего не чувствовать. Ага. Пускай будет атака. Музыка, конечно, шикарная вообще. Так, Брэд атакует ударом в стиле семьи Армстронгов. Так, удар левый, удар правый, молниеносные атаки. Геймпаде чё, кнопка не поддерживается? Фига себе. Замутили. Осторожность. Так, уклонение. Взял собаку, замочил зачем-то, зирк. Но прокачался. Прокачка, значит, автоматическая, да? А у здоровья хорошо выросло у него. Вообще прекрасно просто. А ты довольно крепкий, учитывая то, что ты измотался, переживаешь кризис среднего возраста, да еще и лысый. Что по всему видно, ты можешь вытерпеть любую боль. Ты же это... Хочешь выбрать какую-нибудь сложность, связанную с болью, а? Я же угадал? Нет. А, вот это хреново, что поделаешь. Я помог, но я уже говорил, что я пах повредил. Меня зовут Терри Хинс. Люди меня называют повелителем обучения. Я путешествую по земле, оставляю всех на виду свои подсказки. Я важная шишка, у меня куча фанатов. Стой. Ты кажешься очень одиноким человеком. Раз уж я такой хороший, то составлю тебе компанию. Здорово, вот и договорились. Терри Хинс теперь с вами. Ну, замечательно. Если бы тут не было этого шарика, ты бы упал со скалы и умер. Этот шарик только что спас твою жизнь. Спасибо. Так, Терри у нас первого уровня. Но Брэд уже прокачан. Экипировка. Смените экипировку. Оружие. Потные напульсники. О как. Щита нету, шлема тоже. Колючая пончо, засохший цветок. А экипировка у Терри. Напульсники повелителя подсказок. Толстовка с ягуаром. Записи из дневника. Это аксессуар. Музыка офигенная. Создает настроение такое. Что это такое? Бутылки. Бутылки могут очень тебе пригодиться. Их можно продавать, наполнять или делать из них бомбы. Можно даже бросаться ими в бою. Так что подбирай их, Терри Хинс. Терри, спасибо. Где бутылка? Вот, бери. А я думаю, что это бутылки, кстати, а камешек этот? Можно что-то с ним делать? Нет, ничего нельзя с ним делать, с этим камушком, к сожалению, большому. Какой файл сохранить? Давай в этот, ладно. Игру можно сохранять, посоветовавшись с Вороном. Хоть кто-то должен тебя запомнить. Повелитель подсказок Хинс.
Прыжок. Когда ты стоишь перед небольшим выступом, можно удержать клавишу вверх, а потом нажать на пробел, чтобы прыгнуть. А чтобы спрыгнуть, зажми кнопку вниз, а потом нажми пробел. Пробуй. Что? Нет, это неправильно, это нечестно. Давай снова. По этому поводу надо кофе хлебнуть, да. Ага, понятненько. Теперь я знаю, как это все тут работает. Внимание! Остерегайтесь добрых взглядов Терри. Они опасно привлекательны. Будьте всегда на страже. Ну ладно. Буду иметь в виду, спасибо. Отдых. Если найдешь костер, можешь у него отдохнуть. Твоя компания полностью восстановится, но будь убедителен. Во сне ты уязвим, может случиться что угодно. Хотя какой у тебя выбор? Сладкое терновое вино. Пока еще рано отдыхать, потому что у нас у персонажа все-таки нормальное здоровье. Такая пустыня. Чем делать пустыня? Почему везде кровь? Ох ты, ёпт. Тайна раскрылась, Брэд. Она пропала. Прости, парень. Я должен кое-что сделать. Один. Что случилось? Я не могу тебе рассказать. Ладно тебе, брат. Дело, похоже, серьезное. Близкий мне человек пропал. Мне нужно найти его. Это все, что я могу сказать. Вот, блин, это грустно, чувак. Я так понимаю, тебе нужен кто-то для охраны? Нет. Пробьюсь как-нибудь сам. Тем более, что воин из меня очень сильный. Терехин с вами снова. Ну, спасибо. Он мертв. Он мертв. Картинка неба, которую нарисовал Бадди. Картинка с дядями Бадди. Рик, Стики и Чикс. Он мертв. Рисунок со счастливой семьей. Вы нашли ржавый нож. Он мертв. Так, вещи. Вещи. Экипировка. Брэд. Потные напульсники. Давайте мы... Она нож что, нельзя поменять, что ли? Не понял. Что за дерьмо? А кому нож тогда? Вещи. Оружие. Вот. Не пользуйтесь им на обеде. Ржавым ножом. Хорошо, я как-нибудь запомню это. Спасибо. За наставление. Да, сохраняемся. Пожалуй, надо бы. По веревке пока не полезем, рановато еще. Вы нашли странное вяленое мясо. Угу. Ну, с обрыва лучше не прыгать. Мы уже поняли, чем все это заканчивается. Ничем хорошим. Вот тут тоже надо быть аккуратнее. Насколько я понял. А какой ты, блин, падла? Минус 10 хп. Ага, вы нашли странное вяленое мясо. Нет этого вяленого мяса ни горячо, ни холодно, на самом деле, поэтому... Ну, нашли и нашли. Он что-то держит. Диетическую кока-колу. Он это кто? Я не знаю, это не очень похож на человека был, или это просто кого-то... А, кого-то сбросили, наверное. Все, я понял. Ну, тогда остается только вот по этому мосту идти. Я не знаю, что там будет дальше. Комбо. Некоторые персонажи могут в бою использовать комбо с помощью кнопок клавиатуры. Дополнительные специальные атаки можно выполнять, вводя определенное комбо. В меню навыков ты можешь посмотреть, как делать специальные движения, узнав последовательность кнопок. Мощный удар кулаками, это WWS. Это тебе что-нибудь говорит? Осторожный Терри. Ну-ка. А, навык. Сногсшибательные удары. Это я понял. А для Терри? А у него вообще навыков нету. С дороги. Я беру этого сучонка на себя.
Хорошо. Давайте попробуем комбинацию сделать. О как. Нифига себе, комбо крутое. Я вообще пока местную боевую систему не понимаю. Когда мы его убьем-то, этого подонка? Победителя девочек. Плач какой-то на нашего персонажа направил. Хорошо. Да, ух ты, блин, здоровья-то маловато, да, у них уже осталось. По крайней мере, с комбинациями я разобрался относительно. Так, значит, ты у нас атакуешь, а ты подсказки. Вот. И атаковать. Полечил чутка его. Хорошо, прилично. Сегодня я отправлюсь вниз по течению. О, как. Ну, уровень у Терри повышен, у Брэда пока еще нет, к сожалению. Но пора бы уже прокачаться, да. Советчик впереди всех. Он мертв. Куда-то идет, идет все. Поверить не могу. Какая уродливая девчонка. Что? Он мертв. Понятно. Столько крови, блин. Он мертв. Здесь, по-моему, все мертвые. Он мертв. Эй! Я еще не сдох, придурок. Иди сюда. Я надеру тебе задницу. Все так, крутой парень. Ты попал прямиком ко мне в ловушку. Давайте-ка мы полечимся, пожалуй. Острянное вяленое мясо. Пустая бутылка. Да, давай, скушай. Ты. Навыки. Навыков у тебя нету, зато у тебя есть вещи. Давай, лечи тоже, Брэда. Ох ты, нифига себе там лечит ты как. Приятно. Я думаю, мы его быстро добьем. Черт возьми. Ну да, у него там все кишки уже и так были выпущены тупо. Вот, наш персонаж прокачался до 3 уровня, и этот тоже до 3. Ну и прекрасно. Что это за мешок? Его нельзя, что ли, пошмарать? Да, нельзя взять. Похоже на то. Нет, подожди, мне интересно просто ящик посмотреть, не? Это, похоже, берлога местных рейдеров, так называемых, да? Наскальная живопись какая-то, там, какашки и так далее. Замечательно просто. А как же... Ну, можно попробовать спрыгнуть, но это будет сложновато. Сделать там какие-то книжки лежат. Да. Только как туда попасть? Не совсем понимаю. Нет. Все равно получили урон дикий, но совсем не то, что хотелось бы. Окей, ну мешочек-то надо взять. Странное вяленое мясо. Но лечит хорошо. Сразу на 300. А, да, давай тут. Лучше здесь. Ладно, мужики, я останусь тут и перекрою вход. А вы обыщите округу на случай, если она уже прошла. Понятно, босс. Сладкие бродяги. На выход. Как они нашего мужика не заметили вообще? Непонятно. Но там был мешочек. Надо этим мешочком, пожалуй, воспользоваться. Духи нашли. Зачем? По состоянию... Нужно Терри скоро будет лечиться. Он уже почти мертв. А это очень плохо. Ты что, шутишь, лысый? Думаешь, еще разберешься с тем, что там происходит?
Я сам тебе покажу, во что ты собрался ввязываться. Ну это какой-то вообще сумасшедший мужик. От этого Терри реально нет никакой пользы. Абсолютно. Ага. Супер удар, да? Так, ты атакуй. Значит, а ты тогда давай лечи нашего парня странным вяленым мясом, пожалуй. Вот, отлично. О, ух ты ж, нифига, это босс получается, да? А, ладно. Давай вяленое мясо. Нет, подождите. Ты, значит, атакуешь, а ты его лечишь вяленым мясом. Вот так. Ну, он сносит это все. Не знаю даже. Ну, подсказки пускай будет. Стоп. А, верблюжий удар. Пренебрежительные фразы, которые расстраивают противника. Ну, ладно. Он теперь плачет. Нормально. Мы его деморализовали, да? Своими ругательствами. Хорошо. Ты тогда используй давай подсказки. Силу подсказок. Теперь он взбешенный. Не знаю, хорошо это или плохо. Черт побери. Надеюсь, что она уже мертва, и я увижу ее в аду. Ага, вот подсказка, вы сосунки. Мои правила. Скучная добыча. Тут еще добычу нужно выбирать, что ли? Какую взять? Не понимаю. Тут вообще писец просто. Они мертвые. Он мертв. Жесть просто. Такая бойня. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.